Здравствуйте, ребят. Решили поставить мордушку и фитиль. Сейчас вам все покажу. Так, буду сейчас устанавливать мордушку. Закинули хлеба туда для приманки рыбы. Сейчас я покажу. Поставлю. Опа. Так, все, будет стоять здесь. Так, хлеб маленько розетовый, чтобы рыбу привлекал. Все. Оп. Будем надеяться, что кто-то попадется. Так, кол выдернулся. Сейчас его воткнем. Мордушку поставили, сейчас устанавливаем фитиль. Батя пошел устанавливать. Вот такое вот озеро. Итак, поставили фитиль и мордушку. Через пару часов будем снимать, и я покажу, что там попадется. Итак, пришло время проверять мордушку. Сейчас посмотрим, попалось там что или нет. Ни хрена не попалось. Бывает и такое, что не всегда же ловится рыба, бывает и не ловится. Очередь фитиля наступила, сейчас посмотрим, попалось что в него или нет. Тоже ни хрена. Не попалось. Так. Закончилась наша рыбалка на фитиле, на мордушку. Ничего не попалось. Ну ничего страшного, в следующий раз обязательно попадется. Самое главное — процесс. Ладно, до новых встреч, ребята.